В Костанайской области до сих пор устраняют последствия весеннего паводка. Тогда вода разлилась по трассе почти на 40 километров. Обводной канал строили с конца июля. Его протяженность 14 километров. И вот теперь по каналу начали спускать воду. Обводной канал в Красовском районе имеет глубину с пятиэтажный дом. Прокопали его в кратчайшие сроки, чтобы успеть к холодам. После запуска вода стала поступать в реку Кундуздо, а затем в Абаган. Планируют таким образом спустить 250 миллионов кубических метров. Благодаря отводным работам хотят расчистить трассу, чтобы приступить к укреплению столбов электропередач. Весной 5 озер объединились. И в результате 621 квадратный километр было затоплено. Под водой остались 37,9 километров основных линий электропередач. Это самая главная проблема. Трасса, которая шла на Карасу-Кустанай, осталась под водой вследствие вот этого подтопления.